7 у нас сегодня 16 сентября. Престольный праздник. После обеда пришлось нам выйти на работу. Готовим место шлюза, где будет регулироваться уровень воды. Но оказалось все непросто. То место, где думали сделать, оказалось тут железо зарыто. Сверху было не видно, и наши расчеты все полетели. А там дальше еще более мощное железо заложено было. Когда-то кто-то что-то делал. Тут плохо видно, но это железо. Но сейчас уйти дальше мы не можем уйти. Это рядом надо. Вот наш инструмент, толкушки. Это вот как раз плотина храмового пруда. И вот оказалось, что там, где нам делать это корыто, через всю, вот 6 метров, и там еще метра 4, 10 метров ширины будет, оказался там пень. И он не просто пень, а дерево росло. И росло, и наклоненное, ну, где-то метра 4 внизу. Вполне это будет. Вот сейчас его по частям распиливают и вырывают. Вот сколько работы. А все скрытая работа. Во, почти дошло. Теперь как эту выпилить? Это братья Виктор Николаевич Савченко пришел, помогает. Бульдозеристам отпустили. Вот. А здесь брат Никита Колесников убрал плодородный слой, который там на грудине был. А теперь глину, и потом все это оттолочь придется. Трактор не мог в этот бульдозер сюда пройти. Ну, вот, потому что тут ограждение такое слабое, и он мог просто завалиться. Это все вручную придется делать. Сергей заболел, уехал, никого и нет. А это я, Игнатий, от меня толк-то какой. Я попробовал толкушка, два раза ударил. Ударил, вывихнутый палец совсем вылетел. Ну и все. Отошел. Ложку держать уже не могу. Сегодня у нас был митрополит Сергий. Остальное мы выставим, как было богослужение. Сегодня радостный для меня день. Я был причастником святых христовых таинств. Он в прошлый раз подходил, когда к кресту, он просил меня сказать проповедь, но я отнекился и не стал. А сегодня сказал на тему «Сотворим человека по образу нашему, подобию нашему». Это будет выставлено. И вижу, что не могу уже дальше вложиться в уложенное время. Тема очень большая. После, когда обедали, в это время я у него попросил благословения, и он благословил. Там все это тоже есть. Это вот один день. Он, сегодня у нас праздничный день, мы вышли на работу. Погода удивительная, меняется. И трасса там наша уже сделана, но без песка и без щебня она пропала. По частям рвет ее. От Виктора спина на уровне моих ног находится. Вот Володина спина, они внизу. Это мы снова раскопали дамбу. Хотя это не надо было достаточно. Вот это тот копенек, спилите и все. Вот эту макушку здесь. До конца не надо. Вот так. Вот так. Убирай. Вот. До конца
нам не надо. Вот половина обрежь и все. Половина. Половина, на глубину уже хватит. Руки не слушают. Оставили место. Там надо как раз теперь разрыв дамбы. Старый слив сделанный бетонный. Его надо убирать. Забивать вот между двумя половинами, вот здесь. Но мы сумеем ли это сделать? Пока неизвестно. Ветер сегодня, тучи опять поднялись. Вот так. Почти закончены. Так. Никита, инструмент прятать надо. Стружки какая интересная. Стружки-то какие? Вообще, глянь какие. Как макароны. О, точно. То убирать это все, да? Вот видите, пускай срежет это, хотя бы макушку. Там глубоко берет, ему очень трудно. Там не надо уже трогать, все. Вот это, которое торчит. Вот эта часть. Вот, половина. Вот это. А то там ничего ее не задевать. Пусть она так плавает. Нам с ней не справиться. Она где-то прибьется к берегу, потом на ней кто-то будет залазить, нырять. Если все удастся. В одно место складывай. Все. Все. Вот сегодня столько толкушек сделал. А ну-ка ты выйди. Положи там. Положи. Клади вниз. Все равно не видишь, чтобы не видно было. Вот так. Тут мало кто будет. Топоры, кирку. Сечку, все туда закладывай. А ну возьми вот эту толкушку. Да. Попробуй толочь. Вот эти вот раздолби. Как получится? Для чего мы сделали их? Больновато, на самом деле, да. На. Ну. Ну, взялись ребята. Это, он не может, этот бульдозер, ничего этого сделать. Это сами вручную теперь должны делать. Вот и подумай. Вот так. Их все надо раздолбить, долбить буквально. Вот такая, брат, работа. Если мы это сделаем, вот сейчас на 45 тысяч только выписываем досок. Тысяч? А это всего, может, будет кубометров 6. Надо широкие были, сантиметров по 40 доска нету. Давай по 20. По 20 заказали сантиметров шириной доска. Сегодня отвечает, таких нету, лес пошел мелкий.
только по 15. Ну что, спичечная коробка. Но опять же, вот до конца ничего не знаешь. Может быть, оно будет щелевое и лучше не сгниет. Мы думаем, отработкой керосином доски промазать, с звездкой смешать. Но это постоит какое-то, не один год. На звездке это полвека реально может стоять. Кисти отдает сюда. Но это вымачивать надо. А ну-ка поактивнее, Никита. Со всей силой бей рядом, который вот этот перед не тобой. Твердый, только сеть бей, разбить да, надо. А ну-ка, бей другой. Ты не должен сдаваться. Все, полегче? Да не, больно все равно. Она не разобьется, зато вобьется туда. Мякоти под низом не будет. Ну, Володя, это машина. Чего, Никита? На компьютере лучше. А, на компьютере. Проиграл жизнь-то свою, компьютерщик. А вот теперь давай долби, учись. Потеряевка тебе спасение, духоносное. Да тут мягче просто. Тут не так. А то, видишь, кого, его везде, как говорится, блатуют попы. В священники надо идти. Я сказал батюшке, он сегодня фонарь ему доверили нести. Фонарь впереди процессии крестного хода. Он его так скособочил, что батюшка едва на ногах устоял. И говорит, ты что, Никита, делаешь-то? А он еще его не знает. Он... Ну, на меня нападать тогда не будете за Никиту. Да он бы этого еще не сделал. Он кверх ногами бы огонь понес. Это я уж сколько тружусь над ним. Никита еще такой выйдет на следующий год, что его не узнаете. Но надо, чтобы все время рядом стоял человек. Вот этот ломиком разбивает. Вот, Виктор Николаевич, эту шишку спили, вот эту вот, и все. Чтобы эту шишку, ну там сантиметров на 25 ниже была. Там, кажется, ты уже начал резать. Вот так ее прорежь, а потом на встречу к нему. Маленько подбей, хотя бы угол срежь его высоко. Витя! 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 Вот так вот, а срежь и хватит. Вот на уровне того, где снос. Вот, нет, нет. Да-да-да-да-да. Так, так, так. Вот так. Вот так. Срезу, больше ничего. Ah.
Все! 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 Все, спаси Христос! Это уже наша глубина, достаточно. Тут метр, сантиметров 80. Спаси тебя, Христос. Никакой надежды не было, что мы проведем. Но сегодня мы уходим, прячьте инструмент остатки. Спаси Христос, Виктор. Все.